Рисунків. Пане Романе, розпочнемо з того, що у росіян насправді є план можливого захоплення двох міст – Харкова та Сума, але українські війська не знають, наскільки ці плани серйозні. Про це сказав командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times. Також зазначав про це і пан Скібіцький, представник головного управління розвідки, про те, що у росіян є такі плани. На вашу думку, наскільки вони можуть бути серйозними, чи здатні росіяни їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні, або ж з тими силами, які вони можуть досягнути, до прикладу, наприкінці цього місяця. Тому що зазначалося, що особовий склад, він може збільшитися від 35 тисяч військовослужбовців до 50, навіть до 70 тисяч. Для того, чтобы захватить Харьков, или, вернее так, расписать план и его воплотить в жизнь россиянам, надо как минимум полумиллионная армия профессиональная. Это слишком большой площадной ориентир для того, чтобы там 30, 40, 50, 70 тысячами выполнить эту задачу. Это просто из образа фантастики. 40 тысяч россиян. Полгода пытались выдавить из Авдеевки наш гарнизон. Полгода 40 тысяч россиян, так Авдеевка в несколько десятков раз меньше Харькова, допустим, если это брать по площади. Потому, ну, из области фантастики все эти планы. Фантазировать можно что угодно и планировать можно что угодно. Выполнить невозможно. Война – это математика, она не допускает изменений в формулах, по крайней мере. Потому то количество сил, средств россиян, которые сейчас есть вдоль нашей северо-восточной границы, северной границы, если так сказать, со стороны России, это максимум для выполнения задач связывания наших войск на линии границы. У нас есть несколько бригад, развернутых вдоль границ с Российской, Брянской, Курской и Белгородской областями. И для того, чтобы эти бригады не попали в качестве резервов или поддержки на Восточный фронт, у россиян сейчас стоит задача растянуть фронт по ширине, связать эти бригады боями на линии боевого соприкосновения, коим будет линия границы. И не более того, это максимальные планы, которые могут россияне себе на данный момент разрисовать, исходя из тех сил и средств, которые у них есть. Если у них из четвертого измерения появится полумиллионная профессиональная полностью экипированная армия, то тогда можно будет говорить, что они действительно могут планировать, там, допустим, движение в сторону Харькова. В сторону Сум это должна быть как минимум 300-тысячная группировка, которая сможет, опять же, спланировать и попытаться двинуться в сторону Сум. Мы же помним, как это было в 22-м году, то есть десятки тысяч россиян пытались взять Суму, у них это не получилось. Так это тогда, на тот момент, это только ополчение практически удержало Сумы, а дальше россияне, исходя из определенных механизмов своих же проблем, они оттуда просто убежали. Потому, еще раз повторюсь, планов захвата Харькова и Сум у россиян на данный момент не может быть, как раз исходя из недостатка сил, средств даже для выполнения задач наступательных на Восточном фронте. Мы же это видим прекрасно. Они сейчас даже пытаются с запорожского направления перебросить несколько бригад на усиление Восточного фронта, на усиление там Очеретинской и Часовьярской группировок. Пане Романе, ви згадали початок повномасштабного вторгнення, місто Суми, і не тільки. Якщо співставляти, то нагадайте, будь ласка, скільки загалом російських військовослужбовців тоді наступали на місто Київ за цими напрямками. Якщо не помиляюся, то це приблизно 40 тисяч, 45 тисяч росіян. Так і є, да, 40-50 тисяч росіян тоді якраз пыталась виконати ту задачу. Так ще раз повторюсь, це коли було? 22-й рік ми абсолютно не були готові к вторженню росіян. Кроме авіації, наверное, авіація взлетіла, ушла із-под удара. А не були готові ні одно направлення, кроме Донецького, ні одно. А сейчас на данный момент проведены фортификационные работы. В свое время генерал Наев еще занимался по северу
Украины. Сейчас вкладываются деньги в ту же фортификацию. Пока как они там делаются, это другой вопрос. Но деньги вкладываются, осваиваются, по крайней мере, там миллиард, десятки миллиардов гривен. А на наши войска развернуты, получили достаточное количество новых модификаций вооружений. Ну, мы видим, как выросла украинская армия за последние два года. И уж поверьте, тех 40 тысяч россиянам максимум, это они могут побороться за какое-нибудь село на границе, не более того. Пане Романе, щодо загроз, також публікують в НВ з посиланням на джерела у Генштабі про наступ росіян на Харків, що може розпочатися протягом кількох тижнів або ж місяців. І наразі в силах оборони мають два сценарії подальшого розвитку подій на харківському напрямку. Один з описаних називають таким, що навряд чи реалізується, а другим вважають більш ймовірними. Перший варіант – це те, що росіяни можуть вдарити за кількома напрямками з Грайворона, де в них військова база, і ключовими вони вважають відрізок між Богодуховим і Золочевим, міста на півночі Харківщини, і між Грайвороном і Харковом, це майже на стику Сумської та Харківської областей. І завдання росіян нібито полягає в тому, щоб перерізати трасу Харків-Київ. Другий удар – це перерізати трасу Харків-Чугуїв. Якщо росіянам би вдалося таким чином обрізати виходи з Харкова на північ, захід і схід, чи вони б могли б створити тиск у всьому Куп'янському групуванні Сил оборони України з лівого флангу? І якими могли бути загрози? Чи все ж таки такий варіант, він практично неможливий? Ну, він возможен, якщо буде достатнє кількість сил і средств. Якщо виведуть росіяни полумільйонну групіровку з України, розвернуть її в районі Харкова, тоді вони зможуть йти, тобто планувати такого роду наступальні дії. А тими силами і средствами, які у них зараз є, ще раз повторюсь, їм в очереді на їх не вистачає, їм на часов'ярих не вистачає. Вони не можуть розвернутися по Білгородському виступу, вони нічого не вирішили по Работинскому виступу. Тобто вони ніяк не вирішать вопрос по лівому берегу, зарыться толком не можуть наші вже на лівому берегу. Тобто у росіян нет механізму виконання планів. Планів можна нарисувати мільярд, навіть, допустим, захват Аляски. Ну, а чого ні? Взяти, розрисувати захват Аляски, там того-то Берингового пролива. Нечим виконувати ці задачі. Тому плани можуть бути розрисовані, виконати вони їх просто не зможуть. Тим більше глибокі прориви, рівня там дійти до траси між Харковом і Києвом. Как вы это себе представляете? Вот самая, можно сказать, профессиональная на тот момент костяк российской армии, ЧВК «Вагнер», прошло 30 километров с боями, с Попасной до Бахмута. За сколько? За год. Скорость 30 километров в год. Вот это примерно их скорость. Так какая трасса? Там до трассы, как до Киева-Рачки. Для россиян, то есть до этой. То это пока все из области ИПСО. Такого серьезного ИПСО какого? Для чего? Для каких механизмов? Для того, чтобы принять решение нашим командованием растянуть, еще раз повторюсь, связать войска на северных рубежах, на северных кордонах и не перебросить их в качестве резервов под основные направления российских наступательных операций. Мы их видим прекрасно. Часовьяр, Очеретина. Сейчас в ближайшее время появится угледарское направление. Россияне будут пытаться запустить железную дорогу с Ростова на Мелитополь. Где-то в середине мая. Сейчас несколько уже там несколько участков они уже подготовили. Там с Мариуполя до Волновахи уже готов участок. И общее подключение будет с помощью мостов в том числе. Где-то в середине мая им надо будет отодвинуть наш гарнизон от Угледара. Мы оттуда достаем до основного моста этой железной дороги через Кальмиус в районе Гранитного. То есть, по большому счету, у россиян сейчас вообще не до Харькова и не до Сум. Проблем. У них проблемы на Восточном фронте, они прекрасно это понимают. А вот связать войска с помощью ИПСО, попытаться надавить, это то, что мы в прошлом году делали, если вы вспомните, специально разрисовывали захваты со всех сторон российских войск, там, до Таганрога, до Керчи, до Тамани, до Кавказа.
и до Урала в том числе. Для чего? Это ИПСО. Для того, чтобы надавить на, при принятии решений на аналитические центры, их перегрузить, сверх избытком информации, для того, чтобы они не смогли организовать достаточную оборону. Вот то же самое сейчас россияне пытаются сделать с нами. То есть прекрасно понимают, что основное, мы понимаем это, россияне это понимают, основной удар и давление россиян летом этого года будет по Востоку под выполнение основных задач, прописанных в Российской Конституции, выход на границы Луганской и Донецкой областей. Пан Романе, те, що ви сказали, що Росія цього року поставила собі за мету повністю захопити Донбас і у разі успіху мають намір захопити Запорізьку область. Про це сказав командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times. Враховуючи те, що наразі у Запорізькій області продовжуються, точаться бої, наскільки такий намір він теж може бути реальним? Ну, россияне Донбасс захватывают не это лето, они 10-й год его захватывают. С 14-го года российская армия пытается захватить Донбасс, Луганскую, Донецкую области. Скорость продвижения, если смотреть за 10 лет, 100 километров, это сколько? 10 километров в год. Вот максимум двигался Вагнер, я уже сказал, 30 километров в год. Они прошли от Бахмута от Попасной до Бахмута. Так работала вся российская армия, практически весь российский военпром под эту кампанию. Вот потому скорость планировать они могут однозначно. Это все у них спланировано. Причем этот план, он занесен, я уже сказал об этом, в Российскую Конституцию. Там наши Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Крымская области – внесены в Конституцию, это и есть план их действий на ближайшее время, то есть в зависимости от выполненной задачи. Они еще Луганскую область не захватили с их точки зрения. То есть наши войска удерживают и Макеевку, и там часть Белогоровки, то есть это направление, это Луганская область, они даже эту задачу не выполнили. Не говоря уже о Донецкой, там до границ Донецкой области россиянам еще где-то 30-50 километров. Это минимум по некоторым направлениям. То есть, по большому счету, до Запорожска еще очень далеко, если с такими темпами, как сейчас, россияне будут двигаться. Но заходящая техника, заходящие боеприпасы, хотелось бы, конечно, быстрее, чтобы они заходили, но, по крайней мере, мы уже видим участие Европы, те 50 миллиардов евро, которые были выделены на 4 года, участие Америки 61 миллиард долларов, участие некоторых стран параллельно с этим, та же Британия вот нам подтвердила 4 миллиарда фунтов стерлингов выделение в ближайшее время, то есть годовое, по крайней мере, это как минимум. Заключение договоров с нашими партнерами, с кем на 3, с кем на 5, с кем на 10, с кем на 100 лет. Вот с британской короной нужно заключать договор лет на 100. Эти люди никогда не подведут, потому что они свое слово берегут и его выполняют всегда. То есть это все говорит о том, что у нас будет достаточное снабжение и достаточная поддержка. В основном европейская, это очень важно, европейская поддержка, потому что россияне могут себе рисовать что угодно, и планы, и так далее, и тому подобное, но война — это математика, это все просчитывается. Скорости передвижения, скорости разворачивания, количество войск, количество боеприпасов и так далее, и тому подобное. Вот на данный момент нет ни одной формулы такой, которая дала бы возможность россиянам в этом году, там, допустим, захватить или начать движение по Запорожской области. Ну, просто это за гранью фантастики. Та же самая картина, ниоткуда взять россиянам полумиллионную армию для попытки захвата Харькова или там Сум. Не в этом году, так это точно. Пане Романе, Олександр Павлюк визнав, що виграти війну лише на полі бою не можна, і, на його думку, посилення санкцій може перешкодити Росії збільшити запаси ракет, які вона використовує для ударів по українській енергетиці. І він наголосив, що лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії. Чи погоджуєтеся ви з тим, що все ж таки виснаження на полі бою не покладе край цій війні? Однозначно. Во-первых, уничтожить российскую армию своими средствами мы не можем.
из-за того, что я уже говорил об этом, больше 30 лет власть Украины не создавала армию, а больше ее рушила, нашу армию. То есть разрушительные механизмы, которые были запущены с первого дня в получении независимости Украины, они привели к тому, что мы не удержали российское наступление ни в 2014 году, ни в 2022. Это непосредственное участие наших властей, включая и этих, которые сейчас управляют процессом. Не смогли они подготовиться, не спрогнозировали. То есть такая халатная беспечность, это как минимум, если здесь нет признаков какой-то уже уголовной халатности, так называемой. Потому, естественно, однозначно генерал прав, без помощи наших партнеров мы не разобьем российскую армию. Это одно, но одно дело разбить российскую армию, выдавить ее за границы 91 года, а другое дело завершить войну как таковую. Завершение войны, формула мира так называемая, она должна состоять из трех слов. Всего лишь три слова, а не 10 пунктов. Три слова — это развал Российской Федерации. Вот это формула мира. И это должна быть конечная цель наших боевых операций, и в том числе с помощью наших партнеров, которые могут помочь этому развалу введением санкций. Только введением санкций, а не снятием. С одной стороны, одна рука вводит санкции, допустим, те же американцы там, на углеводородку или на ту же ядерку, а другой рукой снимает санкции в это же самое время, чуть ли не в один и тот же день. Снимает санкции с банков российских. Десяток российских банков сейчас подключены к СВИФТу и заходят деньги в российскую экономику. Потому здесь американский санкционный анализм, он закончится в конце концов провалом самой идеи санкционной политики. Она должна быть жесткая и направленная в одну сторону. И закончится эта санкционная политика, должна как раз развалом Российской империи. Вот это будет мир во всем мире, если можно так сказать, еще лозунгом прошлого тисячелетия. Пане Романе, ми з вами не вперше говоримо про потенційний ймовірний напад Росії на країни Балтії. І пан Скибіцький в інтерв'ю сказав, що Росія захопить країни Балтії за 7 днів. Час реакції НАТО – 10 днів. Раніше видання The Times писало, що Естонія, Латвія, Литва вони почали масштабне зміцнення кордонів, найбільш уразливих для атак з боку Росії. І ось такий термін «за 7 днів» – це все ж таки емоційне виказування, спрямоване на Захід з боку пана Скибіцького, чи аби ті відреагували і реагували правильно. Чи якщо у росіян буде достатньо сил, то гіпотетично це можливо буде зробити, якщо говорити про такі терміни? Ну, допустим, прямого столкновення з натовськими странами росіяни починати не будуть. Це буде гібридна війна, така вони її апробували на Донбасі в 2014-2015 годах. И эта гибридная война уже в странах Балтии началась. Мы же это прекрасно уже видим. Там уже начинают прорисовываться такие пророссийские политики в странах Балтии. Пророссийские политики, которые неоднозначно отвлекаются о войне с Россией, о принадлежности наших территорий, которые на данный момент захватила Россия. Это уже начало гибридной войны. Инфильтрация российских спецслужб в страны Балтии, она никогда не прекращалась. Они там были взрослены еще 100 лет назад и там и остались. Потому начало будет именно вот такого уровня. Это Скибицкий о нем просто не говорит, а оно уже идет. На данном этапе оно уже идет. И, допустим, военное вмешательство, военный конфликт, он будет, это уже на излете, то есть это окончание подготовки и начала уже военных действий в странах Балтии. Потому здесь нельзя сказать, что там за неделю. Это будет года, но эти года уже, то есть это уже происходит. За 7 дней россияне действительно, если они примут решение включить военные механизмы, через какое-то время, это не сейчас. Сейчас россиянам не до стран Балтии. Пока их армия завязла в Украине, до стран Балтии в военном отношении им как минимум лет 5. 5-7 лет надо россиянам для того, чтобы перестроиться, возобновить свои запасы
перестроить армию для того, чтобы двигаться на натовскую страну. И в это время ж натовские механизмы они ж на все это смотреть не будут, потому, скорее всего, это больше из теоретической какой-то возможности, то, что Скивицкий сказал, там за 7 дней. Технически это просто невозможно. К тому времени, когда россияне будут сподобиться двинуться в страны Балтии будут напичканы натовским вооружением, и еще большой вопрос, будет ли Российская Федерация как таковая, то есть как объект или субъект права международного в том числе. То есть есть эти моменты, связанные с готовностью и подготовкой к будущим российским наступательным действиям. Они, еще раз повторюсь, натовцами однозначно отслеживаются. Хотя, если смотреть с точки зрения теории и определенных механизмов проведения боевых действий, то действительно россияне, если бы сейчас вот эта полумиллионная армия российская была переброшена на северное направление, то по большому счету действительно за неделю они бы дошли до Балтийского моря. То есть они бы прошили по некоторым позициям, прошили бы пару стран Балтии, так это точно. Ну, со стороны России. Это в основном Эстония бы попала под удар. А пока натовские страны отреагировали, недели полторы-две, это как минимум, если бы это был вопрос, связанный только с реакцией наземной. Но натовские страны отреагируют по-другому. То есть любое движение, любое наземное движение российской армии, оно встретит авиационную компоненту стран НАТО. То есть будет удар в эту же секунду, как только начнется движение в сторону балтийских стран, будет удар авиационными средствами поражения, дальними средствами поражения, ракетами. То есть будет нанесено серьезное поражение россиян вглубь, на глубину до 2000 километров, до Урала точно. И там просто в конце концов некем будет потом идти к балтийским странам. Если перефразировать старые анекдоты наши, то к балтийским странам от россиян одни уши, вернее, к Балтийскому морю одни уши доползут после этого удара натовского. Потому здесь двоякие видения этого вопроса. У Берліні горів завод виробника систем протиповітряної оборони «Арісті». Про пожежу на металургійному заводі оборонно-промислової компанії «Діл» повідомляло видання «БЗ Берлін». Ми тут варто наголосити, що це не завод, де виробляються системи ППО «Арісті», це завод виробника цих систем. Тут, якщо ми говоримо про... Говорили з вами про агентурну мережу в Європі, то чи можемо ми припускати, що це могла бути і диверсія, а не якась поломка? Ну, без підтвердження об этом можна тільки теоретично сказати. Однозначно у росіян в Європі десятки, а може і сотні тисяч агентів, які последнее время, за последние там 10 лет как минимум зашли в Європу, і последние 2 года ми видели там достаточное количество российских граждан с российскими паспортами, но они могут быть завязаны на спецслужбы, а российские выполнять и такого рода задачи. Понятно, это никак не скажется на производстве, допустим, тех же «Арісті». «Арісті» — это все-таки система больше радиоэлектроники и ракет. Ну, ракеты — это совсем другая тема. То есть они не выпускаются на других заводах. Но, тем не менее, это может быть такой намек, по крайней мере. Мы в последнее время видели и поджог личного имущества хозяина Rheinmetall. Это тоже из этой, из общей такой системы давления на немецкие, на германские, на германских производителей, потому не исключая возможности, что это была действительно такая серьезная провокация на производителя. Пане Романе, і про те, до чого готуватися на свята, ми також з вами про це неодноразово говорили, що росіяни можуть вдатися до ракетних обстрілів. І у ніч на 3 травня російські війська не застосовували проти України ракети та дрони «Камікадзе». Про це заявляв і речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Це одна з небагатьох тихих ночей, коли у ранковому зведенні ми не побачили нічого. Противник атакував кабами прифронтові території, зокрема, Харківщину, але не бачили таких звітів, які ми бачимо чи не щодня. Чому спостерігається така поведінка ворога і про що може свідчити все ж таки таке затишшя?
Ну, скрепы российские. Впереди до 3 дня пасхальных праздников, потому, скорее всего, это связано именно с этим. После Пасхи, перед 7-м, перед 9-м, россияне однозначно захотят создать такой фейерверк ударами по украинским городам, по украинской инфраструктуре. Потому надо быть точно, предельно осторожным именно уже после Пасхи, до 9-го, то есть 6-го, 7-го, 8-го, 9-го. Однозначно не игнорируйте удары, вернее, и удары, естественно, и сигналы воздушной тревоги. А на выходных, особенно на пасхальные праздники, могут быть диверсии именно внутренние, внутри Украины, российскими диверсантами, террористами, могут проводиться мероприятия по подготовке и проведению террористических актов. Режим Рязанского сахара, надо не забывать, россияне могут без проблем поджечь, взорвать, ударить ракетой, кстати, в том числе по местам компактного нахождения и расположения верующих, в основном московского патриархата. То есть если они будут провокации какие-то придумывать и проводить террористические акты, это будет как раз по московскому патриархату. Их у нас 8 тысяч церквей, ну примерно 8 тысяч приходов. Потому у россиян, так сказать, руки развязаны по количеству. Надо быть очень аккуратным, и если есть возможность, я уже это миллиардный раз говорю, вот в эту Пасху сходите в Киевский патриархат, отойдите от московских, потому что там могут быть действительно проблемы, которые принесут россияне. Рязанский сахар, вспомните, подорвали свои дома и все это повесили на чеченцев для того, чтобы развязать очередную войну и поставить Путина президентом. Та же самая картина может быть и сейчас. Сожгут, подорвут, уничтожат или нанесут удар по московскому патріархату, а повісять все на українські спецслужби і українські вооружені сили. Пане Романе, я вам дякую за правильний меседж і дякую за вашу професійну думку. Нагадаю, що Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, був з нами на прямому зв'язку.